гуляли. Занятия в час в школе. Занятия сейчас в школе. Вы как далеко уходите, можем туда за ограду идти, на Витин дом. Ну подойди ближе. Чего так это? Мне говорит, не знаю, слышим, не слышно. Так, сегодня разрешается рыба. У кого нет рыбы? Я ловлю каждый день рыбу, могу дать свежих гальянов. А? Универсальная рыба. Рыбы кому спрашиваю надо? Ну я возьму. Ну ко мне зайди. Ладно. Там все в Володе есть. У нас и сушеный, и тушеный, и вяленый, какой нет только. Вот Андрей дал сеточку, и по ней сразу ловить стали. Мордушка такая интересная. Она называется там раколовка или как. Батюшка наш где находится? В Барнауле. В Барнауле. Молитесь, чтобы доехал. Они едут сегодня, и чтобы Господь сохранил, потому что опасность. Никаких известий у нас других нет? Да. На сегодняшний день. Я говорил, гости приедут, пока там еще в Москве гости одна. Может быть, она и приедет. Вы приготовьте какие-то вопросы. Они уехали. Это близкие люди, Александр Мени. Может быть, она с сыном приедет. Они хотят видеть Потеряевку. Мы не знаем, в какой день они могут приехать. Уехали в Америку совсем. Дети служат там, военные, и как я понял, один из них. Вот. Чтобы узнать и не рваться. И когда туда люди лезли, рвались, они знали одно, а когда приехали, теперь другое. Вот Козловы, 7 ребятишек. Самому маленькому, что 2 недели. Она пришла, девочка, волосы обрезала. Ну, мать ее там постигала или что, сказала где-то. Дело раскрутили, она позвонила в специальную винальную юстицию. Всех детей отняли. Ее посадили, я не знаю, она лет 7 сидела уже. И, конечно, останется ли она дальше и прочее. А они, когда уезжали, это баптисты. Александр и Людмила. Все время просят помолиться. Муж в это время как бы отрекся, а она твердо стояла. Я сделала, как Бог повелевает, потому что я мать им. Показывают, какое воспитание, дети, украшены, фотографии. Баптисты там пикеты ставили, ничего не помогло. Это бесполезно. Эта машина пережевывает все. Почему? Масонство. Им не нужно, чтобы дети знали о Христе, как должно. Это все нам завидует. Это у вас так свободно, вы и говорите, и против. Вот они там гомосексуалисты, садомиты проклятые. А вот у нас нету. А почему? Путин, когда был где-то там в Чехословакии, кажется, его упрекали, а вы не даете свободы гей-парады. То есть выходят эти садомиты, ну и проповедуют где-то. В Грузии пришли, в Грузии, это рядом, выше-то, там каждый священник, кто табуретку, кто палку, их едва-едва спасли, этих они в машине, их милиция, там полиция увезла, больше их нигде нету. А там они ходят разукрашенные, ну, то есть сатана, огонь с неба сойдет. И если садомита назвал это садомит, тебя посадят. Там у них свой протестант сказал однажды, готово дело, арестован. И вдруг сообщают сейчас, совсем недавно, может быть, неделю назад, в России прошел первый гей-парад. Бились, бились, нигде не разрешают. И главное, что символично разрешили в Ульяновской области. Женщина, председатель сельсовета, в одной деревне, в которой 7 человек всего. А им сказали, не больше 300. Ну, ясно дело, что там нету, но уже... Брешь первую пробивают. В Украине началось, когда открытые гей-парады пошли. Отец Андрей Ткачев, такой священник очень активный есть, он говорил, даром это не пройдет. На этот грех огонь с неба падает. Ну и вот что у них теперь, это этот Майдан, сколько погибло, Россия враги и прочее. Мы не участники, но помолиться-то знаю о чем. А не так, что криво крестное знамя это неправильно еще сделает. Да. Помолись об этом. Потому что это общая беда. Беда, притом ее сдерживают еще здесь мусульмане, не надо забывать. У них как только они захватили место, всех до одного гомосексуалиста в один день уничтожили. Все, но они уничтожают особо, их на высотное здание связывают и вниз бросают. Каждому свой род казни. Мы не одобряем, но знаем, что Господь избирает кого-то и ставит какое-то препятствие. Они говорят, а у нас в
Коране не написано, чтобы христиан убивать. Если они платят налог, закят там какой, ты платить будешь, если они придут сюда. А мы и так платим. А если это язычники, язычников всех истребляют. Понятно? А вот в христианстве этого нет. А Господь почему не предупредил? Предупреждал и говорил, и неоднократно. Меч на всякую заразу. Мы сами привлекли все то, что сегодня страшит нас. Маленько, когда это будешь знать, будешь сочувствовать, не только видеть этих ребятишек, но и детей из Сирии, умирающих от голода. Пусть Господь нас всех благословит, настроит на то, чтобы не быть безразличным к тому, что мы слышим. У нас здесь тоже не все так, как надо. Человека нет и нет. Причина, я не хожу на занятия, веду. Меня нету. Виктор Николаевич ведет занятия, тоже не пошел, против имеет. Батюшка повел, тоже нету его. И что? Куда дальше пришел? Ничего, остается одна злоба. Злоба на все. А как избавиться? Никак, только молиться. У нас нет другого оружия. Молиться. Богу слава. Аминь.